и подчеркнуть те ошибки, которые допустила ПАС и предыдущая власть. И сказать свое твердое «нет» изменению Конституции, которую они вносят, «нет» европейской интеграции, «нет» партии ПАС, «нет» Майи Санду. ЖОС Майя Санду! ЖОС Майя Санду! ЖОС Майя Санду! ЖОС Майя Санду! Все подчинено одной силе во главе с Майей Санду. И, конечно, мы гордимся тем, что у нас есть на сегодняшний день Конституция. Мы будем бороться, чтобы в нее не вносили антидемократические изменения, как они пытаются это сделать, прикрывшись голосом народа через этот вшивый референдум, который они придумали только для того, чтобы поднять рейтинг Майи Санду и обеспечить ей второй срок президентства. С другой стороны, мы положим все силы на то, чтобы Конституция не только осталась неизменной, а чтобы она соблюдалась. И даже если веяния времени говорят о том, что нужно что-то поменять, то это надо делать законным путем. Конституционным большинством 67 депутатов, которые на сегодняшний момент партия ПАС в парламенте не имеет. Поэтому мы с вами сегодня с праздником, но еще раз, этот праздник со слезами на глазах. И мы будем бороться за нашу Конституцию. Будем бороться за то, чтобы все статьи, которые обеспечивают права гражданам Республики Молдова, оставались неизменными, нетронутыми, и чтобы они соблюдались абсолютно всеми в этой стране.